Всем привет! Продолжаем бродить по истории, исторические литературные герои. Сегодня расскажу вам о Милоне Кротонском. Милон из Кротона – это полулегендарный греческий атлет, который жил в конце VI века до нашей эры, победитель на 6 олимпиадах, ну и многих других соревнованиях. Так вот, однажды на Олимпийских играх Милон поднял на плечи огромного быка, 4 раза обошел с ним стадион, и за это был признан сильнейшим из атлетов. Но время идет, уже в преклонном возрасте Милон Кротонским, желая доказать, что силы его еще и не иссякли, пытался руками расщепить большой пень, который он вогнал клин, хотел его разорвать. Это почти удалось, но случилось, как говорится, непредвиденное. Клин выскочил и защемил руку Милона в этом пне. А в это время на беспомощного атлета набросился дикий зверь. Милон оборонялся своей свободной рукой, но все же зверь одолел его. Вот такая вот история. Есть очень много скульптур на эту тему. Вот я попробовал найти в интернете изображение скульптуры о Милоне Кротонском. Все, всем пока, всем привет. До свидания, посмотрите, что я нашел. Пока-пока, до свидания.